Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы будем разговаривать на очень интересную, красивую, я бы сказала, даже тему про ювелирные изделия. С вами я, Александра Загороднюк. И Михаил Кириллов. И в гостях у нас Егор Выпов, графический дизайнер, дизайнер ювелирных украшений. И Олег Семенов, председатель Новосибирского отделения Союза дизайнеров России. Здравствуйте! Здравствуйте! Начнем с выставки. Где, когда? Выставка проходит в областной научной библиотеке на Советской 6 на третьем этаже. Получается, с 17 по 31. С 17 августа по 31, идет 2 недели. Так что... Ну да, в общем-то, представлены твои работы. Представлены мои работы. Олег, как вот это нормально, вы считаете, что такой молодой уже своя выставка? Ну, почему бы нет? Почему бы нет? На самом деле, конечно, это не каждый человек способен. Но Георгий... И в процессе обучения, и на выпуске уже продемонстрировал настолько себя как-то серьезным и вдумчивым, и внятным дизайнером, что прекрасно. Эти выставки, они должны поддерживать. Молодежь подпитывается этим. Да? Вчера на открытии большое количество людей. В кулуарах восторги, ахи от девушек. Ну, чего еще нужно художнику молодому? Ахи девушек, да. Какие там экспонаты, сколько их представлено? На выставке представлено 12 работ, и 12 подвесок и 5 браслетов из коллекции The Treasures of Siberia. Это коллекция, посвященная сибирским, в принципе, сибирскому какому-то стилю, который я уже какое-то время разрабатываю. Пытаюсь как-то интерпретировать вообще сибирскую душу, я не знаю, вот в металле, и соединяя вот какую-то пластику цветов и грубый металл, какую-то обработку, вот, и там представлены фотографии полноразмерные, и ближайшую неделю еще будут показаны сами украшения в кубах стеклянных, можно прийти посмотреть. Это, собственно, экспонаты с выставки, которые я вот принес сегодня показать, потом верну обратно. Олег, а вам вот нравится? Какой самый любимый у Егора экспонат? Есть такой? Ну, мне больше нравится, понимаете, подход. Ага. Да, девушкам пусть нравятся украшения. Ну, да. Согласен. Мне нравится подход, потому что сегодня мы как-то часто критикуем молодежь, как и во все времена. И очень приятно видеть человека, который так вдумчиво относится к родной природе. Угу. К прославлению родного края в виде... из этих украшений, да, и я думаю, что, ну, вот это и является патриотизмом, да, это не уговаривание всех любить свою родину, не декларации какие-то, а именно вот так, исподволь, через красивые изделия, через пластику наших сибирских растений стараться доносить до людей какие-то сведения о Сибири, как вот Георгий сказал, сибирскую душу показать. А ты только закончил институт, и получается, в рамках своего диплома ты создавал свою коллекцию, правильно? Почти правильно, это не институт, а художественное училище. Вот. И я заготавливал, ну, то есть какие-то наработки у меня были еще до диплома, а потом это переросло в такой проект, в котором было множество эскизов, множество макетов, которые я воплотил вот в материале. А после подготовил, ну вот в формате диплома я готовил к ним всевозможную айдентику, рекламную продукцию. Айдентику? Ну, то есть логотип, собственно, свой. Ну, там логотип, знаки свои, как автор украшений. И, собственно, рекламную продукцию к ним, такой там каталог, рекламные плакаты. И там для сети плакаты были. Вот. Это было именно в формате диплома. А так проект перерос уже диплом давно, то есть это был и показ, вот сейчас выставка, и я планирую его, саму коллекцию расширять и двигаться с ним куда-то дальше. А как вообще так получилось, что ты стал дизайнером? Это была идея с детства или что? Ну, ювелиром, как становится ювелиром, да. Ювелиром я стал раньше, чем дизайнером, ну, потому что я рос в мастерской долго, ну, точнее, как ты попал в такую мастерскую? У меня у отца мастерская, вот он был ювелиром, ну, и сейчас является, вот, и я у него очень много времени проводил в мастерской, и украшения я делал, как только смог вот как-то держать инструмент. Поначалу получалось там очень плохо, инструмент был тяжелым, пилить было тяжело, поэтому я что-то делал из дерева, вот. А потом это переросло вот
уже серьезные украшения. Тем более, когда я научился рисовать, это оказалось немножко сложнее, я смог какие-то эскизы готовить, и эти украшения стали еще более серьезными, потому что в них конкретные образы изображены. Вот. И я смог передавать натуральную там, природу, красоту вот в металле. А вы не были удивлены, что такой юный молодой человек уже ювелиры занимается, ну, делает достаточно серьезные вещи? Не говорили вещи. Ему, тебе рано еще. Ну, понимаете, рано никогда не бывает. На самом деле, чем моложе люди, тем меньше они испорчены всем остальным. Тем больше у них идей, тем чище у них идей, тем интереснее какие-то нестандартные подходы у них возникают. И зачастую, ну, бытует в среде там, художников и дизайнеров расхожая такая фраза «испорченное образование». Так. Потому что сегодняшний мир меняется очень быстро. И традиционное образование, оно достаточно костное такое. Угу. Да? Есть чудесная вещь в нем, в российском традиционном образовании, это традиции в чистом виде. Традиции художественные, традиции умения рисовать, традиции умения заниматься живописью. Что мы, собственно, в этих изделиях и видим. Да, мы здесь видим реалистические традиции, присущие всему русскому искусству, которые Георгий взял и интерпретировал уже, пропустив через себя как мастер, как нарождающийся мастер, наверное. Мастер говорить еще рано, потому что еще впереди наверняка всего очень много исследований и техник, и технологий. И... А как вообще технически происходит изготовление? Ну, технически сначала нужно нанести рисунок на металл. Ага. Там это происходит с помощью фототравления. Вот. С помощью чего? Технология фототравления есть. Ее я рассказывать не буду. Достаточно слишком долго, слишком сложно и долго. Но по факту у меня получаются детали разноразмерные, то есть с моими эскизами уже на металле, вот, которые я обрабатываю, то есть, как вы видите, листочки и цветочки не совсем плоские, они зачастую бывают какие-то выпуклые, с лепестками на разных планах, то есть это все нужно выпилить, собрать, спаять, склепать, как-то придумать им крепление, то есть решить множество задач по тому, как их скрепить, скомпоновать, то есть это тоже какой-то дизайн, моделирование. Да, вы лучше вот это покажите, она тут наиболее сложная. Сложная? Ну, в исполнении и по плановости. Ага. То есть это все... Что здесь представлено? Там цветочки какие-то? Купальница азиатская или огонек, всем знакомый, оранжевый такой цветочек. Да-да-да. Вот, он там... Вон, кстати, зум с ним. А металл постоянно гнется, деформируется, то есть там вот представлены складки из металла. Для того, чтобы сделать эти складки, нужно металл постоянно греть, отпускать, то есть, чтобы он становился мягким. Потом ты его гнешь, стучишь, как-то обрабатываешь, он снова забивается, там молекулы сжимаются, он снова становится твердым, ты его снова жгешь, потом долбишь, жгешь. И получается интересная фактура, которую можно впоследствии применить, например, вот здесь пригодилось. Вот. А сами цветы по эскизам делаются и получаются вот такие вот миленькие цветочки. Долго вообще изготавливается одна вещь? Ну, это зависит от вещи. Ну, вот, например, вот это, про которую мы говорили сейчас. Ну, если это делалось там в течение нескольких дней, то, например, работа, которая, ну, вот, она не представлена, я ее не принес с собой, но она есть на выставке, проходила очень много стадий вообще разработки. Ну, помимо того, что это сначала все-таки эскизный проект, потом макет и само изделие, оно само по себе прошло много стадий уже в металле. То есть я постоянно его собирал, разбирал, думал, что ну как-то слишком просто, и добавлял новые детали, потом их убирал, добавлял новые. Ну и как в любой работе, до того, как она стала уже итоговым вариантом, она прошла очень много стадий, и это длилось довольно долго. Вот. Но пока я не стал доволен результатом. Ну это получается из-за того, что переделывал. Ну, я бы не сказал, что это переделывал, потому что любой процесс создания такой. То есть любая вещь, которую кто-либо когда-либо делал, не делается с первого раза. Всегда что-то добавляется и модифицируется. Вот. Ну, тоже около там нескольких дней. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжим разговор о украшениях после небольшого информационного блока. Вы спросите меня, почему Саша обвешалась такими красивыми украшениями? И похожа на Филиппа Киркорова. А все потому, что на ней дорогие украшения.
А насколько они дорогие? Спросим у Егора Выпала. Ну, это все понятия относительные, дорогие, недорогие. Бывают украшения намного дороже, и поскольку это не драгметаллы, оно стоит там от 10 тысяч. Вот. Но ну, не дешево. Можно использовать ну, ты посмотри на дорогие объем. И очень дорогие металлы, и цена поднимается соответственно. Ну, насколько я знаю, это вот ты для выставки создал, но можно что-то заказать у тебя индивидуально, правильно? Ну, еще раз, это проект не совсем для выставки, а он будет много где еще, я надеюсь. Вот. И также это можно продавать в индивидуальном порядке, поскольку это все ручная работа, и делается там единовременно только один экземпляр. Все это делается в формате заказа. То есть... Олег, где у нас сейчас вообще обучают? Ювелирному делу. Да. Ну, на самом деле, средних учебных заведений у нас в Новосибирске не существует. Только высшее образование в этом плане. В этом плане у нас. Ну, вы так сказали, как будто это плохо, наоборот. Ну нет. В некоторых местах, где ювелирное мастерство более традиционно для региона, да, там есть полный набор от художественных школ до вуза. Да, например, в Якутии. Да, где много красивых серебряных украшений, традиционно они, у них там все есть, полный набор. У нас это только высшее образование, у нас есть в техническом университете специальность обработка металла, если правильно я помню. И в Институте искусств педуниверситета есть специальность художественная обработка металла, более близкая, наверное, к тому, что мы видим на сегодняшний день. Как вот, Егор, ты придумываешь, что ты будешь делать, как идеи приходят? Во сне? Как? Нет, идеи приходят, как любая разработка любого проекта, наверное. Ну, потому что я же учился все-таки на дизайнера, и на таких предметах, как, например, проектирование, нас учили, как вообще идет процесс создания чего угодно. Ну, нас, естественно, учили какому-то дизайну, но это можно применить, эти знания, на вообще любой аспект жизни. Так и здесь, то есть ты садишься с карандашиком, рисуешь какие-то наброски, эскизы, как-то у тебя это переливается в голове, возникают постепенно картинки того, как это может выглядеть в итоге. Вот. Но самое интересное вот с украшениями уже происходит после эскизов, потому что сами детали, сам кусок металла, как так скомпоновать, как так все это оформить, чтобы оно выглядело наиболее красиво, потому что появляется еще и третий план, ну, третья плоскость, она же объемная. Вот. И вообще сложно с украшениями, потому что они до последнего выглядят, ну, не так красиво, как в итоге. То есть после полировки, шлифовки, там, когда ты уже пастой Гоя все натер, все, оно блестит, сияет, все красиво, чувствуешь, что доволен, красиво получилось. Но вот до последнего ты сидишь и думаешь, что вот как-то не что-то то. Что-то не то. Да. А ты кому-нибудь обращаешься, чтобы оценили твои, может быть, эскизы, наброски, твою идею? Или ты сам по себе? Не, ну как, конечно же, нужен какой-то фидбэк от друзей. Но, опять же, нужен человек, который, как это сказать, с профессиональным взглядом, который может представить финальный результат. А у тебя есть такой человек? Да, у меня есть такой человек. Я работал, ну, я же уже рассказывал про отца. То есть я работал с ним достаточно долго, и к нему я вполне могу и постоянно обращался за таким советом. Вот. И в частности по технологии изготовления тоже, потому что его опыт намного выше моего. Олег, как у нас вообще в Новосибирске с дизайном обстоят дела? Можно сказать, что Новосибирск продвинутый в этом смысле город? Ну, смотря с кем сравнивать, с каким городом сравнивать. Вообще в целом. В целом достаточно неплохо на самом деле дело обстоит у нас. Егор, вообще насколько сложно создать свою выставку, выбрать там площадку и так далее? Ну, вообще, если у тебя есть что выставлять, если у тебя есть какая-то идея, которая как бы пронизывает твой проект, и тебе есть что сказать, такие вот есть в Новосибирске площадки, люди, которые готовы организовать это. Вот в данном случае мне помогла Анна Галеева и вот площадка Новосибирской библиотеки областной. Ой, Новосибирской библиотеки, в общем. Если... Ну, в общем, легко ладно, или сложно ладно. Молодым ребятам? В моем случае было достаточно легко, потому что у меня был материал, и он был сделан не конкретно для выставки, но поскольку...
А ты его вообще собирал как-то специально? У тебя же есть не только те, которые представлены, да? Здесь на выставке у меня представлена исключительно вот коллекция определенная. То есть у меня есть еще работы, но к выставке специально была доработана коллекция вот «Сокровища Сибири». Вот. И мне пришлось ее несколько... Как пришлось? Я ее несколько расширил для выставки, для того, чтобы было больше всего интересного. Вот. И выставил. А делаешь ли ты мужские украшения? Мужские, конечно. То есть просто это... конкретно эта коллекция с цветами. Вот. Но это, эти украшения могут быть с чем угодно, с какими угодно формами, рисунками. Это все индивидуально можно обсуждать. А вот скажи, твой стиль, он больше вот на металле, каких-то ну, вот подобных вещах? Или это могут быть камни, что-то минималистичное? Какая твоя фишка? Металл, камни достаточно трудно обрабатывать. Вот, скорее, если в крайних случаях можно сделать что-то, из дерева, вот, с металлом мне как-то ближе. Возможно, потому что у меня еще пока недостаточно много опыта, и я научился работать вот только в этом стиле. Вот, но вообще я всегда смотрел, так вот, смакуя, рассматривал работы мастеров в стиле Арнуво. Это такой флореальный стиль с такими пластичными линиями красивыми, без острых углов. Вот. И эти работы в каком-то плане им вдохновлены. Вот. Дизайнер для тебя это вообще хобби или это прям профессия? Профессия. Я же профессионально учился. У меня даже есть диплом дизайнера. Так что это профессия. Ну ты, то есть, планируешь всю жизнь свою посвятить дизайну? А у тебя есть какие-то, может быть, мысли уже на будущее, какие-нибудь цели? Может, создать новую коллекцию или сделать новую выставку? Какие-то уже цели есть у тебя? Ну, в Милан поехать выставку. В Милан поехать? Не, ну если все это в такой мере, в достаточной мере, если это примут люди, то, конечно же, я и в Милан, и куда угодно поеду, как только пойму, что я готов для этого. Потому что я все-таки к своим работам достаточно критично отношусь, и мне важно мнение людей. Поэтому... Олег, а как вот вообще понять, хороший дизайнер или плохой? Но это только время. Только время покажет нам, хороший дизайнер или плохой. Можно понять, профессиональный или непрофессиональный, скорее. Да, потому что... То есть это все-таки не дар, а это все-таки обучение. Да, это профессия. Это в отличие от художников, это профессия. Да, если про художников мы можем говорить, что ну, вот этот одаренный человек, да, то как... Георгий сказал, есть у нас предмет такой проектирование, где учат, как создать то, что нужно. Не то, что тебе пришло свыше, не то, что тебе захотелось, а то, что нужно. И в этом отличие профессии дизайнера от художника. Ну что ж, друзья, вот так вот. Становитесь дизайнерами, художниками, в общем, профессионалами. Напоминаю, что в гостях у нас были Егор Выпов, графический дизайнер, дизайнер ювелирных украшений, и Олег Семенов, председатель Новосибирского отделения Союза дизайнеров России. Спасибо вам. Спасибо большое.